Так, всем привет, с вами Слоубойк, и сегодня будем открывать 50 сундуков в Geometry Dash, поехали. Так. О, это сразу кубик. Логично, я накопил. О, отлично, медаль решил. НЛО кота, повезло, сразу две вещи попалось перед сундуком. Так, голубой осколок. Тут чё? Алмазы. Тут у нас 200 арбизов. У меня уже 26 тысяч штук, когда я копил эти ключи. Еще 200 арбизов повезло. Ну, первый суток был самый везучий пока. Если аж две штуки я поймал. Два. Я поймал не лечил вот так. Опять арбизы, ё-моё. Я уже просрал очень много. Так. Переходим на новую страничку. Тут у нас опять арбизы, но только поменьше, 100 штук. Интересно, потом, когда я вот эти арбизы, не знаю. Пока что одни арбизы падают. Надо будет самый быстрый. О! А клещ, я был прикольный паук. Угу. Прикольно, я был паучок. И еще! Что? Мне до подряд попались скины. Представляете? Вот это я понимаю везучий. Я сегодня уже много чего поймал. Так, ну. Это какие-то вот маленькие. Наверное. Может, за пару минут уже поставили 24. И было за 50 арбитов. И кристаллы. Последний тут на этой страничке. Или тут... О, акрисы. Салатовые. Осколок. Так, что тут? 50 арбитов, ребят. Да не. Вкусная. Это сейчас занят, я видео снимаю. Да, я вам так. О, прикольный кубик выпал. Прикол, десненько. Так, конечно, кубик выпал. Ох, аж 20 кристаллов. 20 кристаллов выпал. О, вот это же нормально. 300 арбизиков. Неплохо. Так, угу. Племя скоро закончится. Думаю, потрачу 20 на большие. Так, ага. Понял, потрачу 10 на другие, на 5 ключей и сундуки. Так, о, скоро 20 накоплю. Так, тут чё? Понятно. Ну, тоже неплохо, да, таких. Угу. 1000 арбизов, повезло! 1000 арбизов попалось, вы представляете, как это круто. Вон, давайте все лучше сундуки прострём. Все сундуки сюда пришли, но стоит только 5 ключей. Нет, я лучше все очень покупаю на вот эти кейсы. Ну, Рил, классно. Я столько сейчас всего получаю с этих сундуков. Вот как вроде 5 лет назад какой-то чел делал открытие с 50. О! Мне попался какой-то бледно-фиолетовый цвет. Кристаллик. Ну-ка. И... Два таких, тоже хорошо. Неплохо, 50 арбизов. Опа! Попался паучок! Прикольный. Что-то на собаку был похож. Открытие очень хорошее получается. Прям. Тем более, это открытие очень маленькое будет, можно сказать. Так, ага. Я для цели еще могу открыть пару сундуков. Ну капец, как я их долго делаю, копил тут все. Я потом арбизы потом увидите, как я потрачу эти арбизы. Видите моих сколько? У меня уже почти 30 тысяч, да. Я богатый, можно сказать. Так. Кристаллики. Блин, последний сундук. Давайте еще вот этот еще. Отлично. Тут у нас что? Опять алмазы. Ну, так. Вроде бы. Сейчас. А, мне еще один остался. Я откроем. Повезло, 200 арбизов, первые 29 тысяч. Так, сколько я сундуков уже открыл? О, я могу этот сундук открыть. Давай-ка откроем, что нам выпадет. И... О, этот кубик я хотел. Идеально. Сейчас покажу мой инвентарь. Так. О, тут прикольный. Идем белым полностью. Так. Где мой этот кубик? Где-то. Тут. Мне злой кубик путает. О-о-о. Так.
Давай-ка вот так вот. Не, давай по-другому. Вот так вот синим тут. Тут. Во. Можно верх поменять. Например, сделать, например. Давайте оранжевым. Во! Идеальный кубик. Тут же в магазине, в принципе, ничего интересного. У меня осталось только всякие эффекты, кубики. Можете в другой магазин, кстати. Тут уже скоро кейс откроется. Теперь идем в магазин. Что мы можем тут понакупать? Так, ну тут у нас, считай, ничего нету. Но мне тут нравится вот этот вот робот. Я его куплю, он прикольный. Переодевать могу нету больше всякого. Так, что купить? Мне еще 26 тысяч. Так, что я хочу? Наверное, я тут куплю вот такой вот корабль для коллекции. Тут куплю. Какую новую купить? Не, я лучше куплю кучу стрелок. Так, нет, тут не очень. О, есть прикольный робот, но я уже робота купил, интересно. Теперь надо купить какого-нибудь паука. Ну, давай-ка купим... Так, что ж купить? Давайте купим, может, кубик. Вот такой вот прикольный кубик. Так, вот этот еще купим. Для мяса столько 8 тысяч, надо купить что-нибудь интересное. Так, у меня есть 8 тысяч, я могу потратиться на кого-нибудь. Давайте я куплю вот этого вот прикольного паукана. Все, я потрачу все свои орбиты. Так, мы квесты выполнили, отлично. Так, теперь посмотрим на то, что мы понакупали. В кубиках сходить ничего. Вот этот прикольный кубик. Мне нравится больше вот этот. Самолетики, у меня их тоже много. Такая прикольная акулка есть. Ну не, мне нравится либо ракета, либо... О, вот этот вот робот. Какого прикольного они. Лучше оставить дракона. Так, шары. У меня тут все так же. НЛОшки. Вот такая вот прикольная НЛОшка есть. Лучше возьму вот такую. Стрелочки. Так, уже оставим робота. Так, какого возьму? У меня же столько этих роботов. Вот такого давай прикольного. Динозаврик. Тут... Вот этого угарного. Или такого скорпиона. Вот такой прикольный. Ну, тут уже по эффектам осталось. Это посмотрим, что ну как чего открыто. Так, скоро откроем из огненных. Не скоро из ледяных. О, ближе к земляным. Шадовским. Ну да, у меня тут это открылся. Ну тут прикольно, у меня открылось уже все. Вот такое видео. Всем пока.